Привет всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочную 2М на фундамент клиента из досок разных сортов. Один танец уже собрали, скручиваем каркас, второй танец. Все похоже. Закончили монтаж теплицы арочная 2М, габариты 2 метра в ширину, длину 3 метра. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20, в торцах, в дверях 20 на 40. Фундамент клиент сам настоящего из досок разного сорта, 150, 100, разной толщины. Вроде теплица встала и хорошо, надежно. Поликарбонат Актуальбио 0,65 плотности в обоих торцах. Цельная дверь. Отлив. Вот резиновый уплотнитель на торцах. В теплице только укосина для большей жесткости конструкции. Все четко, классно, надежно, качественно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!